обжигаем брошированные доски, прошли сначала металлической щеткой, то есть выбрали структуру мягкой древесины, и потом обжигаем. После обжига будем проходить брошировочной машинкой с нейлоновой щеткой. Из вот таких вот досок мы это все сделали. Это обычная хвоя. Трехзубым диском убираем кору. То есть вот он, трехзубый диск. Им обалденно и резать, и убирать кору. Болгарка штурм с регулировкой. Регулировка оборотов на максимуме. Это обязательно. Поставите обороты меньше, будет диск постоянно вырывать. Вот у нас какая получается зачистка. Если надо, потом ее дошлифовываете. Но вот это вот все, вот эту стопочку, ну буквально там 15-20 минут она зачищена. Болгаркой руки нагрелись чуть-чуть, устали, передохнули дальше. Вот сейчас 10-15 минут, вот эта стопка будет закончена. Обжиг тоже проходит отлично. Такая красота получается. Вот она структурка какая. Вот она обжигается, сверху проходит нейлоном и все.